Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Mi LED TV P1 установить таймер сна, или же как поменять время таймера сна. Для этого берем наш беспроводной контроллер, переходим с его помощью в настройки, затем в раздел таймер, и здесь можем поменять таймер на 10, 20, 30, 40, 50 минут, даже на 2 часа. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!